вручить вам... Во-первых, мужчина вам вручит красивый букет. А я вам вручу благодарственное письмо оргкомитета нашего международного фестиваля за активное участие в событиях фестиваля и продвижение лучших образцов народного творчества. И последние слова, которые я хочу сказать с этой сцены. Если ты смотришь такой концерт, и вообще все, кто посмотрел этот концерт, я думаю, они будут горды, что они живут в России. Спасибо вам большое.